Вы что, еще не поняли? Мне не нужен наркоз. Это чтобы ты не двигалась во время процедуры. Закись азота? Убить ее хотите? Вы дали ей закись азота на ЭЭГ. Из-за него эта штуковина и всполошилась. Какая штуковина? Дефицит B12. У вас что, дежавю? Мы это уже обсудили. Ей ввели B12, лучше не стало. Потому что его съел другой. Сделайте МРТ брюшной полости. Что? Что вы делаете? Не трогайте меня! Видите, начинается. Опять параноидный бред. Поскольку состояние ухудшается, пойдем без МРТ, прямо в операционную. Оставьте меня в покое! Занято! Грыжа подождет. На помощь! Меня хотят убить! Итак, вы либо решите, что мы и правда хотим ее убить, либо что ей действительно нужна срочная операция. Поскольку это больница, мы одеты как врачи. И если есть более легкие способы убить человека... Бек, помогите им. Нужен йод, скальпели 10 и 15, пинцет и большая салатница. Так, держите ее. Ну уже, трусы, она же в гипсе. Обработать. Скальпель 15. Вы что, не дадите ей наркоз? Спокойно, это фокус такой. Притворяется. Теперь ты нас не проведешь. Отведите. Пинцет. Рыбалка на озере так весело. Сближает отцов и детей. Но если не прожарить окуня или форель, заполучишь вот такого нахлебника. А хлеб – это B12 в любом количестве. А во мне может быть солитер? Вряд ли. Это очень больно. Метров 8, не меньше. Черт. Мировой рекорд 18.